Здравствуйте, меня зовут Павел Бегичев, и я директор вечерней библейской школы. Абитуриенты часто спрашивают меня: «Скажите, Павел Александрович, а где же взять денег на оплату учебы?» И на этот вопрос я вам отвечу прямо сейчас. Я понимаю, что взять денег на обучение, это очень трудно достать. Чего? Пап, дай денег. Настя, ты видишь, я записываю ролик рекламный, мне некогда сейчас. Не очень надо. Извините, пожалуйста, сейчас. Сколько, хватит? Ну, пока. Что я хотел сказать? Собственно, это и ответ на вопрос. Если у вас нет денег на обучение, то лучший способ их получить – попросить денег у тех, у кого деньги есть. Вы можете обратиться с просьбой к своим друзьям, с миру по нитке, студенту ВБШ, оплата обучения. Можете обратиться к церкви. Всего 4500 рублей, и это не в месяц, и не в неделю, и не в день. Это аж с января по май. Всего 4500 рублей. Очень дешево. Записывайтесь к нам в вечернюю библейскую школу. Удачи вам! Знания ждут вас.